Сделки с недвижимостью стали быстрее и проще. Теперь выписки из ЕГРП, кадастровые паспорта и приватизацию можно получить буквально за один день, если обратиться в МФЦ. Государственные услуги одного дня являются уникальными для Самарской области. Это уже оценили и посетители. Очень удобно, что такой большой спектр услуг можно получить в одном месте. К тому же радует удачное месторасположение главного офиса, большое количество парковочных мест. В МФЦ успешно практикуют выездное обслуживание. Это позволяет гражданам максимально комфортно получать государственные и муниципальные услуги. Любой заявитель может пригласить к себе на дом нашего сотрудника. Соответственно, наш сотрудник выйдет с необходимым оборудованием. МФЦ ждет своих посетителей с 8 утра до 8 вечера в будние дни. Кроме того, центр принимает по субботам с 10 утра до 8 вечера. Марина Матвеевна, Сергей Баскин. События.